Небольшой эксперимент по кормлению птиц. Птицам предложил 4 вида корма. Семена подсолнечника, овсяные хлопья, пшено и куриный комбикорм. Первыми к кормушке, как и обычно, прилетают синицы. Выбор для них очевиден. Они выбирают семена подсолнечника. Прилетают, хватают и улетают на дерево расклевывать. Некоторые выбирают, какую семечку им стоит взять. Другие же берут первую им подвернувшуюся. Через какое-то время у кормушки появляется первый воробей. Для него семечки интересы не представляют. Ему по вкусу пшено. Чтобы ему удобнее было есть, воробей решил залезть в кормушку. Такой наглости синицы потерпеть не могли. Они всячески пытались его выгнать оттуда. Но Васька слушает, да ест. Что интересно, другие воробьи не спешили подходить к кормушке, что очень для них не характерно. Обычно воробьи как раз стайками подлетают к кормушке, недолго едят и улетают на ветку ждать. И так волнами они обедают. В этот же раз появился воробей-одиночка. Время идет, синицы таскают семечки. Семечко за семечкой, и отсек с подсолнечником опустел. Если до этого момента пшено, комбикорм и осиные хлопья интереса для них не представляли, то теперь делать нечего. Нужно есть, что осталось. Кто-то залазит в кормушку и клюет пшено. Кто-то же предпочитает есть комбикорм. А кто-то хватает овсяные хлопья и расклевывает их, как семечку. Но эти три вида корма совсем не то, что семена подсолнечника. Видно, синицам они нравятся не так хорошо. Поэтому даже спустя час наблюдений они остаются в кормушке. Эксперимент можно было продолжать и дальше, но уже
начинает темнеть. Да и снег заметает кормушку, что затрудняет потребление корма птицами. Хотя некоторые продолжают клевать остатки еды.